Чатлани и Пацаки. Ку. Готовьте свои пепелацы, поскольку уникальный экипаж для них уже подготовлен. Свершилась наконец-то легендарная коллаборация «Мир танков» и фильма «Кин-дза-дза». Я недавно посмотрел первую серию из двух серий, первую посмотрел этого шедевра. Это фантастическая комедия, но слово «комедия» меня больше всего напрягает. То, что оно фантастическое, да. То, что оно легендарное и культовое, да, этот фильм реально легендарный, культовый. Все обязаны его посмотреть. Но вот в 2024 году я пересмотрел уже практически все, что можно из фильмов и сериалов. И на 2024 год немного скучновато смотрится. Но задумка и сюжет здесь вообще не докопаться. Итак, теперь про саму коллаборацию. Она у нас будет с 12 апреля по 25 апреля. У нас будет уникальный экипаж. 4 командира с уникальной озвучкой и нулевым боевым братством. Также у нас будут еще уникальные надписи. Желтые штаны два раза Ку. Кин-дза-дза. Я Чатланин. Ищи себе другой ансамбль, дядя. Как советуют, так все Чатлане и другие. Также еще декаль КЦ. Про цены сейчас поговорим. Сейчас расскажу про специальные боевые задачи. Здесь есть 3 задачки. Активируются, как обычно, по кнопке на сайте. Все, как вы любите. Ссылка будет в описании. Я знаю, вы обожаете переходить на сайт, искать там эту кнопку, нажимать ее. Это самое лучшее, что есть. Но оно есть вот как есть. 3 задачки очень простые. Выполняются в случайных боях в генеральном сражении в натиске с 6 по 10 уровень один раз на аккаунт. Набиваем 10 тысяч урона за любое количество боев, 10 тысяч опыта за любое количество боев и еще раз 10 тысяч опыта за любое количество боев. Получаем 2D стиль, получаем одного уникального члена экипажа, получаем второго уникального члена экипажа, дядю Вову и скрипача. Но есть еще 2 уникальных члена экипажа, это Би и УФ. Получается, 2 можно получить бесплатно, а 2 только купить. Либо же можно купить весь набор сразу, где будет и 2D стиль. Кстати, вот он 2D стиль. Стиль выглядит, в принципе, прикольно, мне нравится. Черные, белые и желтые цвета, они всегда сочетались и вместе выглядят неплохо. Теперь перейдем к ценам. Я хочу сказать сразу, что здесь разработчики наконец-то пошли навстречу к игрокам. Цены стали более приятные, не такие кусучие. Поскольку прошлые коллаборации были прям уж какие-то слишком дерзкие. Каких-то членов экипажа продавали по цене золота. Так еще и не всегда у них озвучка была, и это было странновато. Еще к тому же, если послушать озвучку этих членов экипажа, понятное дело, она не оригинальная. И если посмотреть фильм, прислушаться, то озвучка экипажа слегка напоминает актеров, но даже не наполовину. Но это лично на мой слух. Немножко так вот, слегка что-то есть похожее, но это как-то вот еле-еле там где-то на заднем фоне отголоски прям как в фильме. Но этого так мало. У меня, может, конечно, со слухом беды. 10 лет в танки играю. Но оно не прям уж сильно похоже. Так, слегонца. Это был союзник. Я очень глубоко скорблю. Боеукладка! Кью! Значит так, союзников не трогать. Мама, мама, что я буду делать? Пробитие? Давай еще. Этот пацак цак забыл надеть! От имени планеты прошу. Давай в следующий раз победим. Джентльмен, сори. Но что мне нравится, что мы наконец-то победили разработчиков в том плане, что они перестали делать озвучку с дурацкими эффектами, где саму озвучку почти не слышно, там всякие эффекты рации, бочки, ведра, эхо и все остальное, это они наконец-то перестали добавлять в озвучку, и его хотя бы слышно нормально. Итак, весь набор, где у нас уникальные 4 члена экипажа, все они командиры. Вряд ли получится их затрамбовать в один танк, чтобы получилась какая-то там совместная озвучка. Я думаю, что про совместную озвучку оно под это даже не планировалось, поскольку они все командиры и должны сидеть отдельно с каждым на своем танке. Их, конечно, можно за золото там переобучить и вместе напаковать в один танк, но я думаю, что озвучивать будет его только один, тот, кто на командире. 1270 рублей стоит весь набор с 2D стилем, 4 уникальными
командирами, у них нулевое боевое братство, также по 6 надписей, каждая, которая есть в этой коллаборации, и также еще декаль, 3 штуки. Ну, 1270 это уже хоть на что-то похожа цена, не каждый, конечно, за 1000 захочет набор картинок покупать с озвучкой, но уже хотя бы на что-то похоже, более-менее. Может, я, конечно, не прав, можете в комментариях написать, нормальная эта цена или нет. Ну, хотя бы не за 3000 или за 5, как в прошлые разы, там вообще обалдеть, какая-то цена была. Также можно купить отдельно еще 2D стиль, и тоже в довесок идет там еще 3 декали и по 6 всех надписей за 367 рублей. Раньше вроде просто 2D стиль, и вроде дай бог там пару надписей, а тут прям целую пачку. И каждый член экипажа еще можно отдельно одного купить за 580 рублей. И с ним в довесок тоже надпись Кинзадза, 7 дней према, декаль КЦ 3 штуки. То есть тоже как-то... Как будто бы больше навстречу пошли к игрокам. Во-первых, можно частично получить эту коллаборацию просто за задание. Во-вторых, наполнение и цена лучше вроде как стала. Вроде наблюдаются какие-то улучшения. Ну и еще коллаборация с таким легендарным фильмом. Тут, короче, обеспечен успех. Осталось этих членов экипажа куда-нибудь рассадить и послушать, что они там озвучат. На сайте можно послушать пару фраз, но я думаю, что в бою их будет намного больше. Но опять же, я не смогу прям сразу их куда-то посадить, поскольку у меня везде многоперковые экипажи, и садить командира с одним нулевым боевым братством куда-нибудь, это как-то что-то не то. Вот когда будут выходить новые ветки, эти члены экипажа как раз пригодятся. Будут сидеть наготове, тогда я их и послушаю. Пишите свое мнение в комментариях, с вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.